Самые меткие, быстрые и ловкие юноши и девушки собрались в спортивной детско-юношеской школе Олимпийского резерва 49 по баскетболу «Тринта». Школа была образована еще во время Второй мировой войны и уже более 60 лет выпускает настоящих профессионалов. Наша школа создана в 1944 году. В данный момент в школе занимается более 2000 детей. Школа имеет три подобного рода баскетбольных залов, в которых мы находимся, два тренажерных зала. Также школа имеет свою загородную спортивную базу, в которой в летний период отдыхают все наши дети. В тренерский состав «Дюшор 49» входит более 40 человек, 14 из которых – заслуженные тренеры России. Именно они отрабатывают с юными спортсменами дриблинги и прыжки. Условия отличные просто. Я считаю, отличные. И, в общем-то, мы все такие, которые любим работать и все время просим, чтобы у нас больше было залов, больше мячей там, и так далее. Ну, наше руководство идет нам навстречу. И все, третий зал построили. Ребята из спортивной школы постоянно принимают участие в различных соревнованиях, где чаще всего занимают призовые места. У нас первенство России, отборочные. Сейчас вот в дальнейшем будет первенство России уже как бы в старшем возрасте. Мы надеемся, что мы займем там первое место. Очень готовимся. Будущих чемпионов принимают в школу на бесплатной основе. Так что ребята от 7 лет до окончания школы смело могут идти записываться в Тринту. Здесь научат мастерски забрасывать мячи в корзину.